atandım uçurup. Allah'ım beşit geçirdim kakanga gülüp kayrıldım. Karaklı batırgan her çubaktan ayrıldım. Belin üstü kıtaydım böyle gün çap kıvaldım canımdan çarağım. Can koşu kılgan kıranım altayga miner budanım arkaklar tuğganım. O mener sırgaktı cev aldım. Becinge varkan can ölüp takırık ekütümün kol ölüp muz buruçak kök çoğkan ölüp. O şotandım gürü düğü güneş bol bozu digende gez bulgun candım var öyüp. Arkalı uçaktan çaldırdım ay köldürdüm barısın. O men düşman kağına öyle kaldırdım. Kakanga girip kayrılıp karagırılıp oturgan. Kavlandan ayrılıp canlılığın takını çok sopalı olup gel atan. Yüzümen ayrılıp men tokol gana bulup gel atan. Kuyruğum çok canım çok taykuş bulup gel atan. Karaldardan acırap o men bir baykuş gana olup gel atan. Varsa gelmesin caydı görmeyi çıkıp gel atan. Asıllardan ayrılıp yalnız kalıp ayıkırap men ölmüy gana çıkıp o gel atan ayaşım. O karana gülüp kan yutkan. Слово – венец всех искусств. Так говорят кыргызы. Началом начал кыргызы считали слово. Сокровенное художественное слово. Сотворили, берегли и бережно пронесли его сквозь более чем 20 столетий нелегкой исторической судьбы. Поэтический гений народа вызвал в жизни многочисленные эпические сказания, так называемые «малые эпосы». Это «Эртөштүк», «Коджаджаш», «Джаңыл Мырза», «Эртабылды», «Кедейкан», «Урманбек» и так далее. Всего более 30 названий. Но этот достаточно обширный перечень малых эпосов не исчерпывает всего эпического наследия киргизского народа. Многие эпические сказания не дошли до наших дней, затерявшись в песках времени. Каждый из этих малых эпосов ни по объему, ни по своему содержанию не уступает лучшим образцам мировой эпики и мог бы по праву стать духовным украшением любой национальной культуры. Но все они, следует признать, кажутся малыми детьми рядом с величайшим титаном эпического наследия киргизского народа Манасом. Эпос Манас занимает совершенно уникальное место даже среди выдающихся памятников мировой эпики и отбрасывает свое величие на все пространство мировой культуры. И не вина эпоса, а беда, что высочайшие художественные горизонты гениального киргизского сказания, его неповторимый поэтический мир, пока остаются недоступными взору всей мировой культуры. В стародавние времена, когда раннее еще не кончилось, а позднее не началось, появились на Алтае люди в высоких войлочных шапках. Вид у них был изнуренный, а белоснежные колпаки серыми от дорожной пыли. То были кыргызы, изгнанные Кытаями со своей древней родины Небесных гор. Thank you.
Предводителя кыргыза звали Джакыпом. Он был ханом. И 8 его предков тоже были ханами. Родословное древо Джакыпхана имело 8 мощных ветвей. От самой древней Карахана и до ногой хана, отца Джакыпа. У ногой погибшего в битве с Кытаями было 4 сына. Орозду, Усен, Бай и Джакып, самый младший из братьев. Кытайские владыки решили, опасно, если сыновья Ногоя соединят свои головы в одном месте и рассеяли их 4 разные стороны. Старшего брата Орозду оставили в долине Алая. Второго брата, буйного Усена, отправили остудить свой горячий нрав в Сибирь. Третьего брата Бая сослали в Кашгар, а самого младшего, 17-летнего Джакыпа, изгнали на далекий Алтай. В кротости и трудолюбии возродился род Джакыпа. И вот уже достиг он 48-й своей весны, а у него все еще не было детей. Старость стояла на пороге его юрты, а стены юрты все еще не веселил звонкий детский смех. Горько оплакивал свою судьбу бездетный Джакып, но не знал он, что в древней книге судеб, которая хранилась в большой тайне от всех в далекой столице Кытаев, Бейджине, было сказано: «Родится среди кыргызов великий богатырь Манас. Превзойдет он всех живущих на земле силой, мудростью и величием души. Освободит он кыргызов от власти Кытаев и соберет их под своим крылом. Назовут его кыргызы Манасом Великодушным. Он завоюет священный город Бейджин и будет править им 6 месяцев». Сбылось предсказание древней книги, и в юрте Джакыпа родился благословенный на земле и на небе долгожданный сын. В честь рождения сына Джакып устроил щедрый пир и пригласил на него мудрых старейшин из разных племен и народов. Кончился пир, вынес Джакып своего сына, завернув его в полу своего чапана, и показал старейшинам: «Вот мой долгожданный первенец, взгляните на него и дайте ему счастливое имя». Долго думали мудрейшие, какое счастливое имя дать первенцу Джакыпа, и не смогли придумать. И тогда появился белобородый святой старец. Все вы одеты в дорогие шубы, но все вы подавлены и чем-то расстроены, так как не можете дать счастливое имя сыну Бая Джакыпа. Если ты, старец, дашь имя ребенку, ты всех нас выручишь. Мы будем тебе очень благодарны. Бешігің болсу, бек болсын. Құндағың болсу, құт болсын. У ребенка все приметы необыкновенного витязя, рожденного для великих дел. Да благословит его Создатель, да умножит его дни, да будет имя его Манас, да будет он счастливым. Людям понравилось это красивое звучное имя, но никто не знал, что оно означает. Таким образом, фольклорная традиция намекает на таинственную священную природу имени Манас. Потому оно и необъяснимо, говорят сказители, что имеет божественное происхождение. Именно по этой причине гордое имя Манас сохранилось в одном единственном числе в богатой и разнообразной киргизской ономастике. Имя превратилось в титул, в символ. Ученые полагают, что имя Манас этимологически восходит к сирийскому «мани» – «учитель», «вождь».
и объясняет это широким распространением манихейской религии в Центральной Азии в VIII веке. По свидетельству известного туркменского ученого и шифровщика древних текстов, в основе эпоса лежит древнеарийский миф о первочеловеке, а само имя эпического героя означает на санскрите «дух человека», «первочеловек». Каждый народ хочет сказать о себе как можно больше не только в настоящем, но и в минувшем времени. Следы Манаса уходят своими корнями в преддавнишние времена. О великой протяженности во времени говорят зачинщики киргизского эпоса сами сказители. От тех дней и до этих дни утекли, как пески. Годы ушли чередой безвозвратной. Столетия иссякли пространства безмерные. Что было вчера, то исчезло сегодня. Иссохли моря полноводные, горами вздыбились просторы бескрайние, горы высокие стали песками, города многолюдные, племена разноликие исчезли в бездне времен. От тех дней и до этих дело творило дело, мысль плодила мысль, слово рождало слово. Все приходящее, лишь слово бесценно. Все приходящее, лишь слово нетленно. Как объясняет народное предание и фольклорная традиция возникновения великого эпоса? Народное предание объясняет это следующим образом. Когда умер Манас Великодушный, первым его воспел в поминальном плаче легендарный Акын Яйсанарчы, который, по преданию, и стал первым сказителем эпоса Манас. Яйсанарчы пел о том, как прибыл Джакып, отец Манаса, на Алтай, как родился у него сын Манас, как 40 богатырей стали опорой и сердцем Манаса, как создал Манас камень из песчинок, а народ из рассеянных киргизских племен. День сменялся ночью. Ущербная луна круглый, а голос Яйсанарчы не умолкал. Всему есть конец, но нет конца у песни. Вот так объясняет эпическая традиция рождения киргизского эпоса. А как объясняет современная наука генезис киргизского эпоса? Согласно теории одного из крупных фольклористов Запада Андреаса Хойстера, эпическим ядром и центральной осью эпоса может стать значительный и самый драматический эпизод из истории народа. Например, «Великий поход». А само эпическое сказание может вырасти из отдельной эпической песни, которая, разрастаясь, может превратиться в последующем народный эпос. Попытаемся же выяснить, было ли в истории киргизов событие, сопоставимое с эпическим великим походом? И была ли в нашей истории личность, послужившая прототипом Манаса Великодушного?
нас прежде всего историко-героический эпос. Это значит, что весь эпос пронизан историей. Он вобрал в себя и трансформировал многочисленные исторические события, обратив их в высокие образцы эпической поэзии. Так какова же эта история, которая оплодотворила один из величайших эпосов мира? Кыргызы – один из самых древних народов Центральной и Средней Азии. В конце последнего столетия до нашей эры на просторах Южной Сибири на смену сакско-сарматской культуре приходят хунны. От смешения хуннов, самодийцев, туба, азов и деньлинов и образовался племенной союз кыргызов. По берегам могучей сибирской реки Енисей раскинулись становища древних кыргызов. Это было мощное для своего времени кочевое государство, которое могло выставить 80-тысячное строевое войско. Страна кыргызов имела высокую культуру, развитое земледелие, искусные ремесла, высокое по тем временам воинское вооружение. Кыргызы вели оживленную торговлю со Средней Азией, Восточным Туркестаном и Китаем. Аристократический кыргызский род Беги вел свою родословную от мифических предков барсов. В VII веке на Енисее складывается древнекыргызская письменность, о чем свидетельствуют найденные на Енисее свыше 120 памятников древнекыргызской письменности. Страна кыргызов славилась изделиями из золота и серебра, драгоценными камнями и тысячными табунами лошадей. И не случайно алчные соседи не раз поднимали меч над страной кыргызов. В начале IX века в страну кыргызов вторглись несметные полчища тогуз-огузов или древних уйгуров, самых непримиримых и беспощадных врагов древних кыргызов. Они исповедовали манихейство. Манихейцы двинулись на великую степь, оставляя твердого камень от мягкого пепелища. Ценой небывалого напряжения сил всего народа, кыргызы одержали победу в двух жестоких и кровавых сражениях 840 и 847 годов, последствия которых для манихейцев оказались роковыми. Они были разбиты на голову и рассеяны по всей великой степи. 20-летняя война с манихейцами в конец обескровила кыргызов. Государство было разрушено и пришло в упадок. Несколько поколений людей понесли небывалые потери убитыми, ранеными и нервно надломленными. Масштабы народного бедствия были настолько велики, что запечатлелись в народном сознании как десятилетия горя и страданий. Но пришел народный вождь, который сумел объединить раздробленные племена, вновь собрать их в один мощный союз. История не сохранила имени этого легендарного вождя кыргызов. Под его предводительством древние кыргызы сумели сбросить не только иго иноземцев, тюрков, тогуз-огузов, но и завоевали их земли, дошли до Тяньшаня на западе, до Китая на юге и до Маньчжурии на востоке. Каков был этот легендарный вождь? Был ли он похож обличием на кыргызского витязя,
выбитого на скале древним художником. Или напоминал грозного тюркского воителя Культягина, ненавистного врага древних кыргызов. А возможно, он был похож на сакского золотого вождя, останки которого были найдены близ озера Иссык. Но кто бы он ни был, этот неизвестный вождь кыргызов со временем обрел мифические черты и стал эпическим героем Манасом. В 1840 год кыргызский каган Хюнгу Чанмин собрал грандиозное по тем временам 100-тысячное войско и выступил против тогузов. К сожалению, подлинное имя кыргызского кагана до нас не дошло, и он вошел в историю под упомянутым тронным именем, дарованным ему китайским императором Тарского государства. Удача сопутствовала кыргызскому кагану. И при содействии уйгурского полководца Гуйдум-Бахе, перешедшего на сторону кыргызов, в жестоком сражении он разбил их войско, а столицу уйгуров, Орду-Балык, сжег и уничтожил. Преследуя уцелевшие остатки уйгуров, кыргызский каган дошел до владений карлуков в нынешнем восточном Туркестане и взял их города Бейтин и Анси. Но сам каган вскоре, в 847 году, погиб. И тут сами по себе напрашиваются некоторые сопоставления. Не является ли эпический Бейджин фольклорной транскрипцией исторического Бейтина? Как эпический персонаж Манас, сказовым эхом реально существовавшего кыргызского кагана? И, наконец, не является ли уйгурский полководец Гуйдум-Бахе, перекинувшийся кыргызом, прототипом воспетого в Манасе китайского витязя Алмамбета? Нет ответов на эти вопросы. Да и, наверное, и не может быть. Барсбек – трагическая фигура нашей далекой истории. Этот выдающийся кыргызский каган погиб в 710-711 годах. Он происходил из древней аристократической династии и выдвинулся на политическую арену благодаря исключительным личностным качествам – мудрого политика, дальновидного дипломата и бесстрашного воителя. Он возглавил борьбу против мощного тюркского каганата, извечного врага енисейских кыргызов, в самый трудный и драматический для них период. Примерно в 690-х годах он принял титул кагана с тронным именем Нанчу Алтбильге, бросив тем самым вызов могущественному тюркскому каганату. Каган Тюрак Капаган решил раз и навсегда покончить с кыргызами и выступил с большим войском против них, но был решительно остановлен Барсбеком. И тюрки вынуждены были заключить унизительный для них мир. Тюркский каган признал Барсбека равным себе и, мало того, решил с ним породниться, отдав ему в жены свою младшую сестру княжну. Таким образом, власть Барсбека укрепилась, государство кыргызов набирало силу и мощь. В начале 8 века Барсбек проводит активную антитюркскую внешнюю политику. В 709 году Барсбеку удалось создать мощную антитюркскую коалицию, в которой, кроме кыргыза, вошли Китайская империя Тан и тюргешский каганат. Но когда тюрки начали военные действия против киргизов, недавние союзники предали кыргызов. Барсбек таким образом остался один на один с сильнейшим противником. Но своевременно занял великие перевалы через Саяны и смог чувствовать себя в полной безопасности. Однако тюркские полководцы пошли на небывалый шаг.
они решили перейти Саянский хребет лютой зимой по глубокому снегу. Тюрки проложили путь копьями по глубокому снегу и напали на кыргызов во время глубокого сна. В ожесточенной бойне кыргызы были перебиты. Барсбек пал в бою. Тело его даже не удалось похоронить с подобающими почестями. Вероятно, мы уже никогда не узнаем подлинное имя народного вождя-освободителя, прообраза эпического героя Манаса. Но не это важно. Важно другое. Выдающиеся вожди прошлого вдохновили народный художественный гений на создание грандиозного эпического цикла, где их образы трансформировались в обобщенный, могучий образ кыргызского богатыря Манаса. Эпический цикл о Манасе состоит из трех частей. Первая часть – Манас. Вторая часть – Семетей, по имени сына Манаса. Третья часть – Сейтек, по имени внука Манаса. Сказание о Сейтеке завершает трилогию о Манасе. Продолжение сказания о Манасе можно проследить и дальше, но это уже не полноводные реки народного творчества, а скорее худосочные фольклорные речушки, малоизвестные в народе. Одна из уникальных особенностей Манаса, поражающее воображение, его необъятность, не имеющая аналогов мировой фольклористики. Манас по своим грандиозным масштабам превосходит все известные эпические произведения мира. Только первый цикл эпоса по варианту Сагымбая Оразбакова составляет 183 тысячи стихотворных строк или 263 печатных листов. Варианты эпоса, записанные со слов Саякпая Каралаева, составляют более полумиллиона стихотворных строк или 750 издательских печатных листов, что составило бы 20 объемистых томов книжного издания. Поистине, это целый поэтический океан. В 10 лет юный Манас был возведен в достоинство хана, и власть его теперь простиралась над всем сорокоплеменным кыргызским народом, от Алтая и до Небесных гор. И стал Манас вождем кыргызов. Много чудесных строк посвящено в эпосе богатырям, но вершиной поэтического творения народа является центральный образ героя Манаса. Вот как описывает Манаса сказители эпоса. Асман менен жериңдин түрөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн жаркынынан бүткөндөй, ай алдында булуттун салкынынан бүткөндөй, алды калың кара жер салмагынан бүткөндөй. Это нестерпимо талантливые поэтические строки. К сожалению, перевести их почти невозможно. Недаром кто-то очень точно заметил: поэзия — это то, что утрачивается при переводе. Но мы все-таки попытались перевести эти строки, и звучат они по-русски примерно так. Словно создан из опоры неба и земли Манас, словно соткан из света солнца и луны Манас, словно собран из прохлады подлунных облаков Манас,
словно создан из тяжести толщи земли, Манас. В философии есть такое понятие, как эвгемеризм, согласно которому боги и герои – это обожествленные великие люди прошлого. В полной мере это относится и к героям киргизского эпоса. Однако на этот счет имеется и иная точка зрения. Крупный киргизский ученый и историк культуры Владимир Макрынин считает, что когда-то на заре нашей истории Манас был божеством, а именно богом войны. Но затем он вышел из пантеона богов и, постепенно утратив сакральные черты, превратился в героя эпического сказа киргизов. Недаром Манаса постоянно сопровождают такие аллегорические спутники, как лев, волк, тигр, леопард, мифическая птица Алп-Каракуш. Главная черта героя – душевная широта, благородство и величие души. У Манаса много поэтических эпитетов – сивогривый, лев, тигр, леопард. Но главным достоинством героя является не физическая сила и храбрость, а душевные качества – благородство и великодушие. Поэтому самый почетный эпитет «Айкёль», то есть «великодушный», применяется строго только в адрес самого Манаса. Относительно внешности Манаса мы придерживаемся следующей концепции. Для нас Манас является воплощением идеального народного духа. Поэтому едва ли будет правильным привязывать его к внешним чертам конкретного человека. Этим мы разрушили бы тайну и загадку сакрального образа эпического героя. Сошлемся на восточные миниатюры, изображающие пророка Мухаммеда, возносящегося на небо на сказочном коне Аль-Бураке. Лицо у пророка закрыто тканной завесой. Средневековый художник ясно дает понять, что каждый, в меру своей фантазии и воображения, волен представить себе по-своему священный лик пророка Мухаммеда, как мы – облик Манаса Великодушного. Среди положительных героев эпоса особое и почетное место занимает образ Алмамбета, витязя, лишенного родины. Пытая по рождению, он становится самым верным соратником Манаса, его другом-побратимом. Алмамбет – самый достойный витязь после Манаса. Он так же, как и Манас, отважен, честен, справедлив и также не знает себе равных величием души. Что ж касается учености воспитания, то в этом он превзошел даже самого великодушного, ибо царевич по рождению он смог получить такое образование, что постиг тайны магии и колдовства. Он проникнет в тайну чудес, он постигнет голос небес, он развяжет узлы речей, он отрубит концы мечей. По версии Сагамбая Оразбахова, Алмамбет покидает родину из религиозных мотивов. Сказитель Саяхпая Каралаев объясняет переход Алмамбета к Манасу не только религиозными мотивами, но и политическими причинами. Старый Джахабхан, отец Манаса, совершает обряд побратимства и объявляет их кровными братьями. Отныне судьба Алмамбета тесно переплетается с судьбой великодушного. Отныне они, Манас и Алмамбет, уже не смогут жить врозь и действовать порознь. Их жизни сольются в единую судьбу, их мысли станут схожими, их деяния слитными. И не случайно Алмамбет женится на самой близкой подруге Ханакей Аруке и почти одновременно с Манасом находит свою героическую кончину. Thank you.
Образ Алмамбета, витязя лишенного родины, один из самых выдающихся и трагических образов не только в киргизском эпосе. С выходом Алмамбета на арену эпоса усложняется драматургия Манаса. Появляется новая пронзительная и щемящая тема утраченной родины. Психология героев усложняется, поднимается до подлинно трагедийных высот. На арену выступает рефлексирующий герой, пораженный одинокостью. Он, Алмамбет, свою родину утратил, а чужой не обрел. Во главе Манасова войска он идет воевать свою родину, свой народ. А что может быть трагичнее этого? Потому как в том или ином обществе относятся к женщине, принято судить о нравственном климате данного общества. Кочевое сознание придавало роли женщине-матери, женщине-супруге особое, чуть ли не сакральное значение. Истоки этого необычного отношения к женщине, вероятно, были сокрыты не только в самом кочевом укладе народа, но и в остаточных пережитках материнского культа предков, в некоторых элементах первобытной магии и в богатой мифологии народа. Образ женщины олицетворял в сознании кочевника образ матери природы и жил в кочевом сознании в идеальной гармонии с ней. Примеров тому можно привести множество. Вспомним культ матери и прародительницы Умай-Эне, покровительницы домашнего очага, врачевательницы и хранительницы потомства, глубоко вошедшей в обыденное сознание киргизов. Коснувшись феминистических представлений древних киргизов, приведем еще несколько любопытных фактов. Так распространенный и ныне треугольный нагрудный амулет напрямую связан с идеей плодородия и потому имеет треугольную форму женского лона. Современные киргизские женщины и не подозревают, что серебряные накосные украшения треугольной формы тоже связаны. Обратимся к ритуалу осквернения, который бытовал среди кочевников в далекую домусульманскую эпоху. Над мужчиной, обвиняемого в особо жестоком и отвратительном преступлении, совершали нравственную казнь. При огромном стечении народа его лицо накрывали женским лоном. Но существовал, однако, и другой древний обряд – символический акт исцеления лоном непорочной женщины-супруги. Этот древний магический ритуал назывался «ок-ато» или «переступание через стрелу». Он внес в себе очищающий нравственный смысл. Кочевое сознание допускало, что непорочная верная жена способна на чудеса и может даже извлечь из глубокой раны застрявшее там жало стрелы. Стоит такой женщине переступить через раненого. Тяжело ранен Семетей. Айчерек, его жена, приняв образ лебедя, торопится к нему. Она совершает ритуальное очищение под водопадом и прыгает над поверженным Семетеем. Величайшая заслуга эпоса – создание идеального женского образа – женщины-матери, жены, друга. Ханыкей – воплощение лучших женских добродетелей. Прежде всего, она, разумеется, непревзойденная красавица. К тому же она мудра, образованна. Но самая главная ее отличительная черта – верность, преданность и высокая нравственность. Как говорится в эпосе, разорванное она свяжет, рассыпанное соберет. Отныне Манас достиг своего эпического совершенства.
Не жену он взял, а крылья обрел. Ни от одной беды заслонит она героя, ни от одной смерти спасет его, и ни одну рану залечит ему. Она увеличит силу Манаса, она умножит славу Манаса. В многом дублирует образ Ханекей и даже превосходит ее своими сакральными качествами. Временами она может изменять свой внешний облик и превращается в белого лебедя. Этот древний мотив лебединой девы восходит к ранним языческим, манихейско-буддийским представлениям и намекает на божественное солярное происхождение Айчерек от небесного доброго духа. Сакральное начало несет в себе жена Алмамбета Аруке, которая тоже может менять свое обличие по собственному желанию. Ханекей и Айчерек – двуединые образы одного совершенного эпического женского идеала – преданности, мудрости и красоты. Мы не знаем, кто был первым сказителем эпоса. Возможно, это был один из 40 дружинников Манаса. Возможно, это был безвестный овечий пастух или табунщик. Предание донесло до нас имя легендарного Джайсана Арчи, современника Манаса, который первым воспел его героические деяния. В самом эпосе упоминается имя и другого сказителя, Арчиула, дружинника Манаса. Народная память сохранила имена выдающихся сказителей прошлого. Это Кельдебек, Балык, Аклбек, Назар, Наймамбай, Калмырза, Джандаке, Чодо. Прямыми наследниками этих великих сказителей в советский период были Чойке, Шапак, Тоолок-Молдо, Багыш, Молдобасан, Сагымбай и Саякбай. Это те великие сказители, благодаря которым мы сегодня имеем эпос Манас. Так что ж такое манасчи и как они появляются? На этот счет имеется красивая, но уже ставшая традиционной легенда. Было жарко. Юноша ехал на быке. У самой дороги он увидел белую юрту. Кель была. Из юрты вышла красивая молодая женщина и пригласила его войти. Арбала, Гарья. Арбал была. Ты хочешь знать, кто мы? Слышал ли ты сказание о Манасе и сыне его Семетеи? Так вот, я Бакай. Это верхний мир.
болса, қара жер алды. О, дейіне бар. А это нижний мир, мир хаоса и огня. Весь закованный сверкающее золото, чье лицо не видел никто из смертных, чьи глаза словно сумеречный туман, это сам Манас Великодушный. Золотокосый в огненно-красном кушаке, единственный сын Азизхана, высокородный царевич Алмамбет. А женщина, встретившая тебя, жена Семетеи, дочь Пери Айчурек. Это средний мир, мир людей и зверей. Узнаешь вон того человека. Он — это ты. Жарандардың бөлі үшін, ай көл манас жөні үшін, мөндірдей қылып жадырып, нөшердей қылып төктіріп. Ты проживешь долгую и славную жизнь и станешь великим манасчим. А теперь ступай и начинай свой сказ о Манасе. Юноша вышел из юрты, а когда немного отошел и оглянулся, юрта исчезла. И он неожиданно почувствовал прилив бесконечно длинных и прекрасных песен о Манасе. С тех пор он стал сказителем эпоса «Манасчи» и рассказывает навеянные чудесным видением напевы и песни о Манасе. Когда Манасчи утверждает, что до так называемого наития свыше не знали содержания эпоса и не умели слагать песни, они не говорят всей правды. И все сказители знали изнуряющий каждодневный литературный труд. Они годами вынашивали идею, пластику поэтических сказаний. И однажды поэт созревал для сокровенного сказания, и тогда ему снился желанный вещий сон, и во сне к нему являлся великодушный. И нисходила на поэта божественная благодать и вдохновение. Поэт становился сказителем эпоса Манас. Каждый настоящий манасчи, по народному поверью, имел собственного духа-покровителя, иными словами, музу, которая чаще всего являлась в образе чудесного белого верблюжонка или грозного самца-верблюда Буура или белого лебедя, а иногда в образе юной прекрасной девы. Thank you.
етіңгір, қарыс түнне қамтанса, қандан қызыл метіңгір, шекерді көрсөзіңгір, алтынды көрсөзіңгір, бейлі тұлтан бейтайдай, білгілі сұлы бейталай, мұның өзін сұрласан, қазғалдақтай сөгіліп, дүниеде көрінді, бірі қалып көк жалдың, көп көңілі бөлінді. Аман баласың, адама кетшілдің өз көрінсе, келмей жатып аласың, ұшын түзілсен абаңды, бір балаға саласың, сіркіншектеп кен қыз болса, сенеңді ойнып қаласың, ұшын түзілсен бачағар, мені бір шымдыққа саласың, кетшіні қатшан саласың, кетшілі өтті аласың, кетшілі өтті аласың, кетшілі өтті аласың, келмей жатып аласың. Великий сказитель, один из последних манасчи из плеяды выдающихся сказителей прошлого, со слов которого была записана вся трилогия о Манасе. Саякпай Каралаев был не только великим поэтом-импровизатором, но и выдающимся драматическим актером, которому были подвластны многие тайны актерской магии. Его искусство является вершиной монотеатра. Это целый образный мир в развитии исполнительского искусства. Каждое поколение слушателей эпоса превозносит до небес сказители своего времени. Таким сказителем для нас был Саякпай Каралаев. Нам, слушателям Саякпая, казалось, что самый гениальный и выдающийся манасчи всех времен – это он, Саякпай. Так продолжалось до тех пор, пока мы не открыли для себя чуть запоздало другого истинно великого манасчи советской эпохи Сагымбая Оразбахова. И тогда мы, с сожалением, вынуждены были признать, Сагымбай, конечно же, поэт из поэтов, и что его волшебная поэзия необычна и ни с чем не сравнимое высочайшее искусство. Но от этого поэзия Саякпая Каралаева не померкла, а только приобрела для нас иной смысл и красоту. И сегодня два великих манасчи нашего времени, Саякпай и Сагымбай, выступает как двуглавые вершины одной величайшей эпической горы Манас. Все содержание эпоса, особенно то летучее состояние, которое принято называть атмосферой и настроением эпоса, несет в себе печать центрально-азиатской кочевой культуры, с ее троичной моделью мира, с ее мрачным пантеоном языческих богов и идолов, с ее древними руническими письменами, с ее седыми мифами и преданиями. Древние киргизы поклонялись четырем природным стихиям – небу, земле, огню и воде. Небо считалось мужским началом и олицетворялось в образе могучего быка. Культ неба возник из культа солнца. Небо считалось главным божеством у древних киргизов и называлось Кёктеңир, что означало «синее предвечное небо». Цвет кёк, синий, голубой, зеленый, означал цвет неба, зелени, жизни. Голубой цвет небесного божества вышел из белого цвета солнца. Белый цвет нес в себе сакральный символ, означал цвет солнца, молока, и был равноценен понятием чистоты, целомудрия, истины. Вот уже несколько тысяч лет витает над Азией дух великой азиатской богини Умай. Великая прародительница мать Умай была вторым по значению божеством после Кёктеңир. Она была женским божеством, считалась покровительницей домашнего очага, хранительницей потомства, богиней плодородия. Трехчастное вертикальное разделение Вселенной на верхние, средние и нижние миры
сохранилась у большинства народов Сибири, в том числе и у киргизов. В верхнем мире летали птицы, могучие быки катили солнечные повозки. По голубой небесной сфере бежали олени, лоси, плыли чудесные челноки, которые увлекали в них души усопших. В среднем мире обитали люди, он имел зеленый цвет жизни. Нижний подземный мир был страшен и мрачен. В нем жили злые духи, страшные головоногие личины терзали живое, и в смрадных испарениях плавало подземное черное солнце. Это был мир мрака и хаоса. Из всех смертных только шаманы, бахши, могли свободно передвигаться по сакральным зонам, в то время как все люди могли достичь этого лишь однажды в момент смерти. Кроме шамана, только погребальный конь мог осуществить прорыв уровней и перенести душу хозяина в иной мир. Древние считали смерть логическим продолжением жизни. После смерти человека его душа для последующего возрождения возвращалась внутрь космической матери Земли через ее лоно. Поэтому пещеры, расщелины гор, могилы воспринимались как лоно матери природы. То, что вышло из лона женщины, сошло в лоно матери Земли. Человек вернулся туда, откуда вышел. Круг замкнулся. Мертвецов боялись их возвращения. С этим было связано множество погребальной символики. И одно из самых ранних – наложение посмертных масок на лица мертвецов. Это была глубоко символическая процедура. Мертвецам запечатывали глаза, ноздри, уста, уши, чтобы не могли дышать, видеть, говорить, слышать. Их готовили к вечности. Древние киргизы исповедовали культ предков. С приходом ислама культ предков смешался с культом мусульманских святых и породил странный симбиоз язычества и ислама как почитание священных мазаров. Эпос Манас создавался в течение длительного исторического времени. Именно в силу этого в разные эпохи он по-разному выражал категории времени и пространства. Архаический пласт эпоса – круговое время. Более позднее – линейное, необратимое время. Наши предки наблюдали, как по небесной сфере движется по кругу с востока до запада солнце, как оно рождается и умирает каждый день. Мир воспринимался как вращение в великом кругу. Истинное время – вечность, символ вечности – круг. Поэтому жилище мертвых, кладбище, как правило, располагается у киргизов до сегодняшнего дня рядом с поселением живых. Они как бы составляют единый мир, в котором прошедшее и будущее сосуществуют рядом. В эпосе настоящее трактуется единственной и истинной ценностью. «Бюгун барда эртенджок, ошондой болот дюйнобок». То, что есть сегодня, не будет завтра, и в этом заключается круговерть жизни. Но напрасно тревожится сказитель за судьбу эпоса. Он, эпос, наверняка переживет судьбу народа, создавшего его. Погибнет монас великодушный, но зато из пепелища возродится второе поколение героев эпоса. Погибнет и Семетей, но восстанет из небытия Сейтек. Уйдет из жизни Сейтек, на смену им появится Эрсары. И так будет вечно. Времена, как ветер, будут гнать волны поколений, сменяющие друг друга, и в этом круг вечности киргизского эпоса. И в этом философский смысл сказания о Манасе.
Gönlün azalaca atasını getirdim. Oğul gelip boşu yok, boz kaymanı var yok. Atandım gülsün, iyi kaygandım var yok. Uşbe zevdeki toy gibi nobceyim. Tonaraydan ayrıldım, toy yiyeyim dedirim. Girmeyenden ayrıldım, girmeyeni hoşu yok. Bulutumun alatını okuyu, girmeyeni yoktumun okuyu. Yalpın ölkes karana, aylanayın girmeyen. Yükte girdim aleliğin, altayçılık alamga. Güllazık men oğları, yükte girdim aleliğin. Когда Саякбай Каралаев сказывал скачки Тайтару, гибель богатырей или встречу Бакая с Эметеем, невозможно было слушать его без комка в горле, без слез на глазах. Плакали слушатели. Не мог удержать слез и сам сказитель. Саякбай вызывал у слушателей настоящее потрясение чувств. Доводил их до экстаза, и тогда для присутствующих внезапно приоткрывался во всей своей величайшей красоте и суровости сокровенный смысл древнего сказания, его истинные трагедийные высоты. И разве это не был очищающий душу катарсис великой трагедии? Так оно и было. Трилогия о Манасе – великая трагедия своей эпохи. По своей внешней структуре, внутреннему содержанию и семантике эпос Манаса относится к одному из самых высших литературных жанров, а именно трагедии. В эпосе Манаса соблюдены и классически соотнесены все пропорции и жанровые признаки высокой трагедии вплоть до извечной темы судьбы – рока. Роковая предопределенность всех грядущих событий эпоса буквально пронизывает все сказание Манаса, превращая героев эпоса в послушную игрушку в руках всесильного и неумолимого Фатума. Герой трилогии является на свет, проживает полную драматических событий жизнь и находит свою трагическую кончину лишь по велению и замыслу судьбы. Рождение героя эпоса и вся его славная последующая жизнь была предсказана древней китайской книгой судеб. В эпосе все подчинено необратимым законам высокой трагедии. В финале эпического сказания Манас терпит поражение от более многочисленных врагов. Погибают лучшие его дружинники – Алмамбет, Чубах, Сыргак, Кокчо. Сам Манас возвращается в Талас тяжело раненым, потеряв в битве своего боевого коня Аккула. Манас знает, что с его смертью все пойдет прахом. Держава распадется – снова поднимут головы враги. Семью и родичей ждет неминуемая беда. Смерть грозит его юному сыну, и поругание ждет его любимую жену Ханакей. Герой погиб. Плоды его долгих и тяжких трудов развеются, как пыль. Вечность поглотит все героические деяния Манаса и не оставит никаких надежд. А ведь ничто не предвещало такого трагического исхода, когда Манас Великодушный во главе 300-тысячного киргизского войска начинал великий поход на извечных врагов киргизов – хатаев. Походное знамя Бакай на копье своем водрузил. Эр-Бакай Уран возгласил – перед войском несчетным вскричал, лебедем перелетным вскричал, и пошли тюмени за ним. На все лады голося, золотые стяги неся, земные недра тряся, хан Манас тюмены повел. Дальше в шелковых кушаках, лекурджунах и бурдюках, щиты сжимая в руках, щекоча аргамаком бока, несметным врагам грозя, щебень подкопытный меся, небу хвалы вознося, выступала киргизская рать. Наступила темная ночь, черная неуемная ночь. Над землей легла ее тень, трудный день, ненавистный день.
В этот день погиб Алмамбет. Для киргизов затмился свет. Обливались кровью сердца, снарядили киргиза гонца, снарядили батыра Ирчи и сказали: «К Манасу скачи!» Быстро гонец исполнил приказ, быстро Ирчи Манаса достиг, душу раздирал его крик: «О Манас, леопард Манас, нет живых драгоценных львов, нет твоих несравненных львов, принял смерть за тебя чубак, и погиб исполин Алмамбет. Принял смерть за тебя сыргак, нет твоих 40 бойцов, нет 12 удальцов, и погиб исполин Алмамбет. Мы познали гонение судьбы, а проклятый недруг окреп. Ни один из нас не вернется живым в Талас, и погиб исполин Алмамбет». С ужасом слушал гонца Манас. Он глядит, как беркут сейчас, но глаза его меркнут сейчас. Из немигающих этих глаз слезы льются щедрым дождем. Над несчастным киргизским вождем крылья свои простерла беда. Весть о гибели Алмамбета и 40 витязей окончательно сразила Манаса, смертельно раненого его заклятым врагом Конгурбаем. В последней битве он потерпел поражение от многочисленных врагов. Погиб и его боевой конь Аккула. Потеряв все, что составляло его силу и могущество, Манас возвращается в Талас, чтобы умереть на родной земле. Иступленно плакал Бакай, стал беспомощным грозный лев. Он поднять с подушки не мог головы горемычной своей, становился слабей и слабей. Помутились мысли его, и усы обвисли его. Побежал по телу озноб. Он пристал в последний раз, вспыхнул взор его и погас. Так скончался великий Манас. Зарыдали киргизов сыны, наступила ночь без луны, 6 ночей не всходила луна. Аныкей Манаса жена проливала слезы свои, вырывала косы свои. Пал на землю киргизов туман. Thank you.
чун.